нашему сожалению, до сих пор не поступило никаких вестей о десятилетнем шоколаде. Теперь в полиции не осталось сомнений, что мальчик стал очередной жертвой мастера оригами. Если это действительно так, то ребенок... Здравствуйте, милая. Так как этот маньяк... Чем я могу вам помочь? Через 3-5 дней... Мне нужен номер. Конечно, для вас? Время почти что мысли. Угодно. И полиция бросила все силы на поиски. Заполните анкету. Майкл Мэдди, Ассия. Мэдисон Пейдж, 27 лет, одноместный. Сколько у нас пробудете, мисс Пейдж? Пока не знаю. Номер 201. Верхний этаж, лестница во дворе направо. Спасибо. Совершенно не за что. Это уж точно. Вам нехорошо? Я вызову скорую. Не звоните. Вы ранены. Вам нужна помощь. Помогите мне дойти до комнаты. Номер 207. Ключ у вас есть? Вы неважно выглядите. Сходите к врачу. Наверное, одно или два ребра сломано. Жить буду. Но как же больно. У вас рана на голове, похоже, глубокая. Лекарство. В ванной наверняка есть аптечка. Его раны надо продезинфицировать. Ему плохо. Я же не могу просто бросить его и уйти. Надо сначала помочь ему, а потом уже донимать расспросами. Лекарство. В ванной наверняка есть аптечка. Его раны надо продезинфицировать. Паракамол, обезболивающее. Применять при сильной боли. Не принимать больше одной таблетки в сутки. Никафрен 100,
Антибиотик. Показан при инфекциях. Парафенол. Жаропонижающее. Применять только при очень высокой температуре. Паракамол. Обезболивающее. Применять при сильной боли. Не принимать больше одной таблетки в сутки. Вот. Примите. Это должно что помочь. Что это? Обезболивающее. Поможет снять боль. На коробке написано принимать один раз в сутки. Думаю, не стоит превышать дозу. Я не могу ждать. Никафрен 100. Антибиотик. Показан при инфекциях. Его раны надо продезинфицировать. Я продезинфицирую рану. Будет немного щипать. Вот. Теперь не будет заражения. Спасибо. На вашем месте я бы отлежалась денек-другой. Я хочу принять душ. Ладно, давайте помогу. Я подожду вас здесь. Крикните, если что. Говорите. Я буду знать, что вы в сознании. Как вас зовут? Мэдисон. Вы живете здесь? Нет, я живу в городе. Я часто страдаю бессонницей. Засыпаю только в отелях. Не спрашивайте, почему. Когда совсем устаю, то обычно прихожу спать сюда. А я... Я здесь проездом. А чем вы занимаетесь, Мэдисон? Кроме заботы о страждущих. Я фотографирую. Занимаюсь съемкой интерьеров для модных журналов. А вы? Я архитектор. Спасибо вам. Мне уже гораздо лучше. Ну, мне, наверное, пора. Кстати, вы не представились. Итан. Поправляйтесь, Итан.